Хиллари Клинтон теряет силы во время предвыборной гонки и явно требуется медпомощь. Говорят, Клинтон серьезно больна, и с каждым днем ей все хуже. У Хиллари Клинтон случился припадок. Неконтролируемый смех за гранью приличия. У Хиллари Клинтон может быть маразм. Попросту слабоумие. Проще говоря, эпилепсия и приобретенное слабоумие. В интернете уже сотни роликов с разными проблемами Клинтон. Масло в огонь подливает недавно опубликованная история болезни Хиллари. Складывается ощущение, что Клинтон не понимает, о чем говорит. Серьезная страна, и мы вправе беспокоиться. Нельзя допустить, чтобы в Белый дом пришла, простите, сумасшедшая бабушка.